Представляю бойца в синем углу. Introducing to first fighting out of the blue corner. Ему 30 лет. Рост 160 сантиметров. Вес 57,1 килограмма. Профессиональный рекорд 9 побед, 7 поражений. Ladies and gentlemen, he's 30 years old. He stands 160 centimeters tall, weighing at 57.1 kilograms. His professional record 9 victories and 7 defeats. He's Tashkenta, Uzbekistan fighter, Kolmurov Warrior Nurmatov. Его соперник в красном углу. Fighting out of the red corner. Бойцу 26 лет. Рост 162 сантиметра. Вес 57,5 килограмма. Профессиональный рекорд. 6 побед, 3 поражения. Ladies and gentlemen, he's 26 years old. Standing 162 centimeters tall. Weighing at 57.05 kilos. His professional record 6 victories and the 3 losses. Он из Еревана, Армения. Приветствуйте, Витар Барсегян. Рефери поединка Дмитрий Фалуевич. Начинается турнир AC-173. Первый поединок, вашему вниманию, прямо сейчас на легчайшей весовой категории. Дивизион до 57 килограммов. Очень быстрые парни с отличной борьбой. Итак, Холмурод Нурматов против Мхитара Барсегяна. Мхитар в красном углу, Холмурод в синем. Итак, смотрим, мощное начало от Барсегяна. Сразу же двойка от него. Да, не откладывает долгий ящик, тут же выбрасывает. Я думаю, что мы увидим вот яркие размены на протяжении всего поединка. Вполне возможно до того момента, пока кто-то не упадет. Ух ты! Правый снизу здесь удар на удар, заряжены оба до предела. И жестко встречает на левый боковой. Прямые от Нурматова. Искры высекать можно. Барсегян однозначно начал без разведки эту встречу и... такой характер поединка принимает Холмурод Нурматов. Удар на удар, слева зацепил, но не очень сильно. Барсегян. Там уже отечность, мне кажется, появляется и у одного, и второго в местах попаданий. Заряжался на удар Нурматов, здесь немножко борьбы. Да, как раз ее мы точно ожидаем в этом поединке. Хитар так просто прямо стоит напротив своего оппонента и рубится с ним. И есть попадание. Вот Нурматова тут же назад, не стал развивать он успех. Немного застрял удар справа. Еще одна атака от бойца из синего угла. Через корпус теперь попробовал и левым боковым заканчивал Мхитар комбинацию. Ух, как машет Нурматов ударами. Барсегян что-то двигается здесь, по корпусу пробивает. Но в корпус тут же отвечает Холмурод. А будет ли еще одна попытка борьбы от Нурматова? И более размашистыми становятся его удары, поджимает соперника. Хорошо левым встретил Барсегян. Но немножко финтов не хватает Мхитару. И вот сейчас как раз-таки Нурматов очень здорово маскировал этот удар правый снизу. И в итоге все заканчивается в промежуточном плане вот такой борьбой. Надолго ли? Посмотрим. Так или иначе, перевод есть. Вот Мхитара. Пытается он забрать контроль ног. Не может никак найти точку опоры. Нурматов для того, чтобы подняться. И цепляться нельзя. Валуевич тут же фиксирует подобные попытки нарушить правила. Кстати, главный бой вечера с участием Янковского и Фролова тоже будет обслуживать Дмитрий Валуевич. Здесь поговорить не, кстати, Мхитар, поэтому в данном случае, когда он немножко завозился в борьбе, имел преимущество, но нет, поднимается Холмурод, не стал тратить силы, или очень здорово все-таки Нурматов вывернулся. Все равно рубится просто. Вот, было неплохо. Половина раунда позади. И здесь еще один боковой размашистый от Холмурода. Ух ты, как сейчас вовремя руку, по-моему, поставил все-таки Мхитар, потому что Нурматов очень опасно пробивает. Последнюю секунду. Вновь работа на движении от Барсегяна. Ищет он новые углы для своих атак. И еще раз неплохо действует слева Холмурод Нурматов. Попытка побороться не состоялась. Очень опасно. Правый снизу. Еще раз. Есть попадание от Нурматова. И даже слегка тряхануло Барсегяна. Сумеет ли он восстановиться? Еще один удар. Тяжело приходится. Удар в голову. И что, будет ли остановка или нет? Нужно включаться Нурматову. Добивающий удар справа. Нет, оборона еще не до конца пассивная. Пытается спастись Барсегян. Минута 40. Пошел удушающий прием. Очень здорово прихватился здесь.
Смотрим. Терпит Барсегян. И что, отключился или нет? Нет, пока не отключился. Держит руку Нурматов. Все. Да. И все-таки кислорода не хватило Мхитарову Барсегяну. А Кумурод Нурматов оправляет 10-ю юбилейную победу. И вновь приемом. 7-я победа приемом. В итоге у него получается яркое выступление Кумурода Нурматова. 4-й поединок в лиге ACA сегодня он провел. Гитар же потерпел 4-е поражение. Смотрите, какая отечность возле правого глаза у Холмурода. Да, вот он как раз именно рукой нащупал и очень расстроен. Хитар не верит в то, что произошло. И сейчас Армен Гулянов успокаивает своего спортсмена. Очень разочарован Барсегян, и его можно понять. Так, ждем, когда поднимут руку Холмуроду Нурматову. И будем двигаться дальше. Следом зайдут представители легчайшего веса Владислав Новицкий и Саса Лен. И 38 секунд первого раунда. Ladies and gentlemen, we have a time. 3 minutes and 38 seconds of the very first round. Удушающим приемом победу одержал, and your winner by submission victory due to rear naked choke, Холмурод Warrior Нурматов!